Мариинский, Посадка, наши «АЛЛАТРА». Три города Чуваши участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Со всей страны поступило 300 заявок в основе проектов благоустройства исторической части, проведения работ по реконструкции парков и улиц. Победители конкурса получат из федерального бюджета субсидии от 30 до 100 миллионов рублей. Финал состоится в Тюмени 28 февраля. В 2019 году в конкурсе «Заявкой связывая поколение» победил город Ядрин. Средства направлены на обновление центральной улицы города.